В законную силу вступил закон о бесплатном предоставлении собственность граждан, имеющих 3 и более детей земельных участков на территории Магаданской области. Изменился порядок выбора земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно. Граждане, желающие приобрести в собственность бесплатно земельный участок, должны подать заявку в течение 30 календарных дней со дня опубликования перечня земельных участков. Также заявку можно подать сразу на несколько земельных участков, включенных в перечень. Заявка, согласие, подается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления СОТЭК мэрии города Магадана.